У меня семья большая. У меня внуки, дети, все поют и танцуют, и пляшут. И я решила тоже с ним вместе покайфовать. Решила спеть вам песню «Эх, дороги», потому что у меня сегодня настроение неплохое. Так, слушайте. Начинаю, правда, без музыки, но вы поймете меня. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Край сосновый, солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайными путями, степями, полями, все глядит вслед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Дорогие мои, не теряйте оптимизма, стремитесь к всему хорошему, радуйтесь всему, жизни радуйтесь, веселитесь, любите друг друга, будьте счастливы. Я родилась в очень большой семье, нас было очень много, мы все жили дружно, у нас семья была очень бедная, мы очень стремились к всему хорошему, поэтому и все мы очень простые, добрые и очень желаем добра многим людям, поэтому и стараюсь, и у меня внуки тоже очень такие честные, очень внимательные к нам. И дочь у меня такая, всегда заботится обо мне, беспокоится, думает о всем хорошем, помогает мне в жизни, я ей тоже советами своими. В общем, мы стараемся быть для других тоже примером. Поэтому вы будьте очень друг другу внимательны, любите друг друга. Старайтесь быть прямыми, откровенными, доверять друг другу. И очень хочу, чтобы все люди были живы в этом мире и здоровы, не болели никогда. Это самое главное. А остальное все можно нажить, кроме здоровья. Стремитесь быть честными, помогайте друг другу, любите всех людей. Я всех люблю, и душа у меня открыта для всех. И стараюсь быть для всех полезной. Меня зовут
Алла, я не прощаюсь с вами. Мы будем вам все показывать, будем объяснять, как готовить блюда, как печеные, как сладости делать. Вы можете, может, вам и понравится то, что мы делаем, возьмете себе на заметку. Мы будем рассказывать вам о нашей жизни, как мы, простые люди, живем. Вам, может быть, интересно узнать о нашей жизни в селе. У нас рядом лес, речка, мы ходим здесь за грибами, и очень близко у нас все растет, ягоды, фрукты, очень даже красиво. Будем показывать наш лес и зимой, и летом. Так что вы записывайтесь на наш канал, все про все, может вам что-то и понравится в этом нашем картине нашей.